break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. You take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline. Обладатель гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» Димаш Кудайберген, Казахстан. Казахстан! А вот и он. Покажи, покажи мне. J'arrive, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un Dorian en détresse. J'ai О, боже мой, я просто... Это ж... Я аж прям расчувствовался, ёшкин кот. Его вокальный контроль — это нечто. Я говорил это в прошлом видео, что Димаш — это, наверное, единственный певец, который познал, как скакать между всеми этими регистрами, начиная с низкого баса и заканчивая высоким сопрано. Его технические и певческие навыки — это что-то феноменальное. И вот эта непоколебимая уверенность на сцене, потому что все уже, наверное, знают, что он величайший. Я думаю, что он тоже в курсе. Но знаете что? Он сам по себе такой скромный. Когда он вышел на сцену, он поклонился в знак благодарности. Я думаю, это о многом говорит. Потому что если бы у вас был такой же голос, как у Димаша, вы бы вели себя как самый важный хрен с горы. Но Димаш выбрал скромность. И это не может не восхищать. Он так буднично это сделал. Я обожаю, когда певцы используют вот этот оперный подход. Не знаю, можно ли его так назвать. Я про вот это весомое вибрато, которое звучит на этих нереальных нотах. Поразительное звучание. Посмотрите на аудиторию слева направо. Там есть дети, взрослые, люди постарше. Здесь есть и мужчины среднего возраста, и женщины помоложе и постарше. И я думаю, это чудесно. Это же прям отлично, что его жанр подходит для всех. Ведь каждый может насладиться его музыкой. Извините, я просто обязан послушать это снова. Это так недооценивают наши дни. Просто слушать вибрато в этом голосе. И опять же, он же пел самой бездной. Это было пару минут назад. А сейчас он держит ноту.
держит ноту и еще добавляет вибрато в конце. А потом он резко обрывает его. И это так сочетается с вступлением ударных. И переносит нас в эту эпическую инструментальную часть. Вот здесь. Слышали? Чего? Йогурт мне в рот. Что? О, Господи, обожаю это. О май гад. А ну-ка, стоп! Это же Бог среди людей, святые небеса. О мой Бог. У меня прям мурашки. Вау. Симаш Кудайберген, Казахстан. Вау. А это, наверное, сейчас и он... И море поклонников блестящего артиста на славянском базаре. Гляньте на все эти баннеры. Браво! Он, наверное, что-то скажет. Я так хочу это послушать. Спасибо! А это я знаю. Это означает спасибо. Похоже, сегодня басков без цветов. А тут есть субтитры? К сожалению, нет. Я просто хочу послушать его голос. Интересно, как он разговаривает. Спасибо большое. Разрешите сказать пару слов от всей души. Хочу поблагодарить вас, дорогие зрители, за то, что когда я участвовал на славянском базаре в качестве участника. Я поставил на паузу, потому что я не понимаю, о чем он говорит. Я не разговариваю на этом языке. Просто посмотрите на него. Весь язык его тела и даже то, как он держит микрофон, говорит о том, что он скромный парень. И я думаю, это удивительно. Имея такой талантище, он остается верен своим корням. Я думаю, перед нами артист целого поколения. Ведь Димаш — это не только необыкновенный певец. Он играет на многих музыкальных инструментах и поет на разных языках. Спасибо вам всем, что просвещаете меня. Я слышал, что у него будет концерт в Венгрии. Я датчанин, но живу в Чехии. Через пару месяцев будет концерт в Венгрии, и я, возможно, поеду туда. Хотел бы послушать его вживую. Это такая громадная сцена, и там только он и микрофон. И здесь можно увидеть, как он вживается в этот момент. Это так сокровенно.
Если бы я был там, я бы только видел, я бы позабыл обо всем на свете. Там был бы только я и Димаш. И вы видите, как ведет себя зал. Это так уважительно. Они сидят и наслаждаются музыкой. Его сценическое присутствие просто нереальное. Я все больше и больше склоняюсь к факту, что Димаш — это лучший артист нашего поколения. А может и вообще. И он не бегает, как угорелый, по сцене. Он, знаете, как же это говорится? Он как будто возносится над сценой. Вот эти плавные движения и то, как он сохраняет самообладание. Ошалеть. И затем вообще другой человек. Он просто крутой. В общем, это все поразительно. И вот еще в самом финале. Количество вибрато, которое он делает на этой тихой ноте, это абсолютное безумие. Сказать, что это чудо, это ничего не сказать.